Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Черетига 7 Pro. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. И максимально обрабатываем поверхность. Наносим на данный компонент пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесом. Но пока ждем, мы общаемся с владельцем автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блокшот. Вот владелец согласился, пока сохнет полимер. Мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!